И снова здрасте! Firefighting Simulator The Squad. Симулятор пожаротушения, симулятор отряда пожарной охраны, или как это правильно даже называется, я хрен его знает. Но мы нажимаем кнопку «Продолжить», потому что мы уже были в этой игре, и нам нужно продолжать. Итак, в прошлый раз мы тушили всякие киоски и тому подобное. И слава богу, потому что мы одно дерево не могли потушить полтора часа. Сегодня я не знаю, что нам дадут. Лестница и подъем. Так. Новое задание. Это новое задание. А мы разве здесь не были? Здесь нет? Не были? Ну ладно. Давайте поедем. Чего? Вот так. Rescue. Можно выбирать самому чего? Так, я тогда возьму, наверное, старый добрый, потому что я к нему привык. И он... Он ко мне тоже, наверное, привык. Потому что тут иногда выдают такие автобусы, что я не то что в поворот вписаться, я напрямой на нем вообще не могу ничего сделать. Настолько он колбаса, там паровоз какой-то, а не машина. О, все, поехали, что там у нас где? Все, погнали! У нас вызов, граждане. Возможно, криминал. По коням. Склад оборудован системами пожаротушения. А что вы тогда нас вызываете? Мы едем. А ехать нам 2000... Или 3 километра пилить? Что так далеко-то? Мы будем долго ехать, я уже ощущаю долготу. Сейчас он куда-нибудь втащится. Нет, я втащусь. Нет, я не втащусь. Ладно. Северная магистраль. Мне это очень интересно, что она северная, что она магистраль. Может, мне его обогнать? Я могу его обогнать? Ну, мочь-то я могу, но впереди эти. Их растопчут, раздавят. Возможно, даже я это сделаю. 2200. Тихо. А? Филигранная техника вождения, учитесь. Оп. Какая-то магистраль. Блин, зачем вы мне эти надписи выкидываете на полэкрана про то, что это северо-западная магистраль? Мне плевать. Локализован. Хорошо. А кем он локализован-то, если мы еще не приехали? Там уже кто-то работает, что ли? Один и семь еще. 1,6. Сейчас он их снесет. Нет, не снес. Дороги. Мелочь с дороги, блин. Так, километр. Поворот налево. Хорошо. Успел вовремя среагировать. На тротуар даже не заехал. Смотрите, ну просто филигранное вождение. Да блин. Уберите эти надписи, пожалуйста. Они мне только мешают. И раздражают и без того раздраженного меня. Так. Так. Ну. Нет данных об эвакуации. Хорошо, мы сейчас приедем, проверим. Изначально проверим пострадавших. Потом будем уже тушить. Заливать по-пионерски. Метров сообщение, где? Эй, мусорник, не сбить. А мы приехали уже. Как будет опять поворот. Стекло время для быстрого прибытия. А что вы от меня хотите? Вот он как едет, так и я еду. Я что, должен этого дурака обгонять, чтобы соответствовать? Так, приехали. Эй, не сбить мусорник. Давай.
Антонабиль, телега. Все, стоять! Стоять, стоять! Могу, могу я покинуть. Все, отстаньте от меня. Дальше, дальше, дальше. Пускай они сами со своей лестницей грузятся, а мы сейчас пойдем. Так, я смотрю, есть возможность добраться до окон второго этажа с пристройки, да? И проверить. Есть у нас еще лестницы с этой стороны, соответственно, можно проверить и там. А где разведка наша? Я очень за тебя рад, но где разведка есть? Так. Надо что-нибудь прихватить с собой. Пор. Пила. Так, как тут он открывается-то? А, во, вспомнил. Сам вспомнил. Все, погнали. Так, один у нас уже тушит. Второй. 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 Бери шланг. Работай, дурик. Давай, давай. Отходим. Обжегся малость. Ты что взял? Я сказал взять шланг. Эй! Да ты попадешь. Так, здесь никого нет. Дальше. Проверяем изначально на пострадавших. Так, что у тебя там? Дай огнетушитель. У тебя будет топор. Эть! У меня тоже есть фонарь. Что, думаешь, у меня нет фонаря? Типа, выпендриваешься, что ли? Тихо. Ломай дверь. Есть кто? У нас есть пострадавший. Третий. Забери его. Давай второй, ломай двери. Давай, давай. Признаков обратной тяги нет. Нормально. Третий, ты заберешь его? Давай тащи его отсюда. Тупой баклан, блин, полтора часа из-за тебя времени всрали. Так, здесь у нас вроде признаков обратной тяги нет. Открывай. Куда ты полез? Его заклинило? По-моему, его заклинило. Но он не горит, я так понимаю, ему пофиг. Не, он вылез в окно. Молодец. Эй! Эй! Тушись, тушись, тушись. У меня огнетушитель есть, так что я могу все затушить. Я крутой. Давай, давай. Да, нет, так я не затушу. Слишком сильно все это. Так, где второй? Второй! Давай, давай, второй. Ломай. Второй, ты где? Ты сдох? Шизофреник, блин. Где ты шаришься? Ты должен возле меня быть. Ломай дверь. Второй. Давай, ломай. Хорош. Он аж с выпадом прям. Красавчик, давай ломай эту. Где у них тут гостиная, блин? Гостиная должна быть где-то на первом этаже. Я сам могу разобраться, она не заперта. О! У нас пострадавшие. Второй, заберешь этого. Третий, заберешь этого. Поверитесь. Давайте, давайте, давайте.
Здесь можно даже не это самое, не приседать. Ну чё ты встал? Забери второй этого дядю. Хорошо, командир. Тащите их отсюда. Блин, почему вы такие тупые? У вас что, из игры, как ее там, Police Stories взяли? Там напарники дико тупые. Хотя в Ready or Not они тоже не особо. Все, выходим. Нормально. Теперь беремся за шланги и будем тушить. Ну? А, пожарный шланг. Я взял этот рукав дурацкий. Погнали, погнали, шевелитесь. Соединяем. Все, так, второй. Возьми эту штуку. И за мной. Будем заливать. Наши там уже льют, эти черти. Надо пролить тогда, наверное, комнату. Крышу они держат. Подождите, я отсюда крышу достаю. Замечательно, что ты... Давай, 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 давай. Блин, нет, они опять пропали, ладно. А я с этой штукой могу залезть? Да, могу. Хорошо. Будем заливать здесь тогда. Хорошо. Тушим, тушим, тушим. Вроде как больше тут нет пострадавших. Но, в принципе, как бы... По идее, мы не должны знать, сколько там пострадавших. Мы должны обыскивать здание сами и выяснять это все. А здесь, как бы, тебе сразу говорят, там, все, пострадавшие все эвакуированы, вы молодцы. Это не совсем правильно для симулятора, как я считаю. Куда? Господи. Ну, куда? Что ты делаешь? Супермен хренов вылези оттуда. И он даже не тушит, он просто так. Он просто так. В гости зашел. Так, здесь потухло. Заходим. И заливаем. Заливайте, заливайте. Вы находитесь близко к этой самой, должны заливать. Сами, автоматически. Глупые пингвины. Шо? Вверх, 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 вверх. И такое ощущение, что вообще огонь не берет. Я только кричу больно, ай-ой. Блин, я облился. Ой, теперь я мокрый. Фу, это противно. Уезжаем с пожара искать сухую одежду. Здесь надо заливать все. Ну, 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 что ты делаешь, блин? У меня значки становились меньше. Я наконец-то куда-то попал, блин, и тут ты влезаешь со своей фигней. Глупый пингвин. Да куда ты лезешь? Отойди от меня. Я не знаю. Ну как с ними работать? Они мешают постоянно. О, куда-то попал. Значки уменьшаются. Перестали уменьшаться. Вот этот потух. И опять кто-то вылезает вперед меня. Да вы можете не вылезать вперед меня. Так. Кровать горит. Все не горит. Здесь вот надо залить все нафиг. Это отражение огня или это огонь? Не очень понимаю. Так. Залили. 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 Опа! Стенка сломалась. Да и хрен с ним. Ну, вроде как, справляемся потихоньку. Крышу наши уже проливают снаружи, так что, по идее, она не должна там прогорать и на нас падать. Я так считаю.
Так, занавески горят. Заливаем занавески. И вот этот угол еще заливаем. Ну что, здесь мы разобрались. Блин. Ау! Вдарился об микрофон. Больно? Так, что там у нас внизу? Это за значки такие у нас внизу? Погнали. Бегать с бронзбойдом нельзя, да? Нельзя. Со шлангом тоже бегать нельзя. С рукавом по-правильному. Но я неправильный пожарный. Из меня пожарный как из... Ха. Где-то справа я слышу. Так, нет инструмента, чтобы взломать. Ну, значит, будем обходить. Да каких пострадавших? Где там у вас пострадавшие-то, я не понимаю. Давай, давай. Я подожду. Включаем электричество. Сломал? Вы нахрена мы ломали дверь? Пожар на крыше? Нет, мне эта лестница не нужна, мне нужна лестница с другой стороны. Ну или можно прямо отсюда заливать. Какая разница? Если достает, зачем лезть прямо в огонь? Я же не этот... Кто у меня там? Второй или третий гений, блин? Билл, Том, как их там звать-то? Я уже не особо помню. Так. Возьми этот самый. И ко мне. Планк не забудь. Заливаем. Ты взял шланг? Ты шланг взял? Ты взял шланг, дубина? Нет, не взял. На кой хрен ты мне без шланга сдался? Что ты тут делаешь? Подожди. Второй не взял шланг, да? Возьми шланг. Давай заливай. Заливаем, заливаем. Вроде даже тухнет чего-то. Во! О! Два шланга-то оно попроще будет как-то, чем в один. Ну, почему я перестал попадать в этот чертов огонек? Блин, как эти индикаторы работают? Я за тебя очень рад, но давай-ка ты будешь крышу поливать водичкой, понимаешь? Водичкой крышу, горящую. Поливать. Напарники хреновы. Я не понимаю, выше, ниже, где там это все? Как в это попасть? Во, куда-то попал. Не, не попал. Где там право, влево, блин, где этот значок? Как в него попасть, в этот значок? Эй! А, во. Оно... Не, потухло. Вроде потухло. Нормально. Эти тятя-мухи. О! Да все тут зальем. Выше. Очень сложно в эти значки попадать. Ну, блин, реально сложно. Я вообще не понимаю, когда я в них попадаю, когда я в них не попадаю. Это все на шару как бы происходит. Случайно. Вот. Вот потушил два значка. Вот еще два значка потухло. Вот еще один потух. Еще один потух. Еще один потух. А как, где они, вот прицел у них должен, точкой в них надо целиться, или струей в них надо целиться, непонятно. Они просто исчезают.
Причем не уменьшаются, исчезают. Ну, это понятно, что ты потушил. А они просто исчезают на полпути. Хрясь, и он исчез. Как будто бы ты и не тушил ничего. Давай, давай, давай. Тухни, тухни. Что, эти перестали поливать? Дурики, что ли? Ближе подойти. Они на определенной дистанции только начинают поливать. Если стоят дальше, до них не доходит. Я понимаю, что меня пытаются принудить взять эту машину с лестницы. Но я что-то не хочу. Мне и так хорошо. Я не хочу. Ну, давай, давай. Вот, куда-то вот попадаешь вроде. Вот вроде попадаешь, вроде тушишь. Но эффекта ноль. Можно размахивать шлангом, но, видите, тоже эффект не особо какой-то. Прям такой, что прям такой, как хотелось бы. То есть надо именно в эти точки попадать. А где они? Я не очень понимаю. Тушись! Тушись, тушись, давай. О, у меня это прямо аж оттуда поливает. Красава. А эти два балбеса даже отсюда не заливают. Они ближе к огню находятся, но не заливают. Логика. Л, логика. Во, куда-то попали. И остался один источник. Это высоко, да? За низко. Блин, куда? Что? Кто? Где? О, куда-то попал. Блин, они становятся меньше, меньше, меньше. И просто, просто нет. Нет, 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 ты не попадаешь. Да господи, что с тобой не так? Огонь. Ты неправильный огонь вообще. Блин, точно надо было брать хрень с лестницей, с вышкой. Наверное, проще было бы попасть. Так-то я и здесь бы справился, если бы система была нормальная. Но, блин, она вот такая. О, уменьшаются, уменьшаются. Все, наконец-то, все. Ну вот как попасть в этот источник, я не понимаю, огня. Ты прям в него льешь, а толку мало. А шлангов-то натащили, господи. Что, сквозь крышу пролетаешь, что ли? Так, ну что, среднее. Среднее. Еще бонус испытания. Новый уровень. А что мне дают новые уровни, я не очень понимаю. Я не знаю. Тут как бы ты качаешься, тебе дается новый уровень. А что он тебе дает, новый уровень? Вен его знает. Так, дым над бунгало. Дым над бунгало, ну давайте. Над бунгало, так над бунгало. Берем старый добрый. А это вот что, он чем лучше? Где их показатели можно посмотреть, этих транспортных средств замечательных? Я не знаю, поэтому возьму тот, с которым я уже свыкся. Я просто не знаю, как бы, чем они отличаются. Где посмотреть? Почему не написано, вот что это вот такой, этот вот такой? Ничего не понимаю. Ладно. Вообще выезд? Ну погнали. 3 километра гнать. Ну вот, кажется, вот. Вот такой вот мне предлагали вроде как взять. Нам налево. Куда ты лезешь на нашу полосу? Да еще навстречку. Ты что, совсем? Где полиция, когда она нужна? Валенки свои найти не может. Погнали. Туннель это прекрасно, но я ни хрена из-за надписи не вижу.
2,5 километра еще перейти. Ё-моё. Зато красиво, мигалок до хрена. Прям как это самое, реклама Кока-Колы. Не врезаться бы в этих ваших туннелях. Кликнуться на срочный вызов. Да у нас все срочные, ё-моё. У нас других-то и не бывает, наверное. Пожар распространяется. Эвакуация, блин, ладно, понял. Стараемся добраться побыстрее. А, ну вот теперь я понимаю, почему в 911 оператор у меня пожарные машины так медленно добираются. Я начинаю их понимать. Когда вот сам за руль садишься, начинаешь понимать, почему все так медленно. А, просто исчезла машина. Почему у меня не исчезают передо мной? Блин, узкие дорожки. Ё-моё. Нормально так, все хорошо, тормозим. Здесь 48 метров, мы приехали. Я паркуюсь. Ток разжигай за мной пожар. Нужно найти распределение. Щиток отключить электричество. Принял. Сейчас займемся этим. Что там разведка у нас? Разведка? Есть чего? Так, есть. Разведка, нашел этот самый, похоже. Щиток распределительный. Вырубим электричество. А почему нельзя вырубить его, ну, внешне? Почему в дом именно надо лезть, я не понимаю. Почему нельзя вырубить, допустим, по улице там или еще как? Что, распределительных щитов нету на улице? Все, я погнал. Надо с той стороны обходить, да? Бабах. Работайте. Тушите все, что можно. Так, у меня пострадавший. Кто у нас работает? Тройка у нас свободный. Давай, тройка. Где... где мой фонарь? Да? Фонарь! Чёрт! Чёрт! Ты что, чё, прям через огонь таскаешь? Совсем дурак, что ли? Так, тут у нас огонь. Там у нас огонь. Окей. Придётся обратно вылезать. Где этот чёртов щиток? У нас где-то еще один пострадавший. Его вытащить срочно. Потом заняться щитком. Давай, дяденька, давай. Сейчас нормально все будет. Опа! Все понесли. Хорош, вытащили. Прямо из огня практически вытащил. Еще пара там, не знаю, минут, даже не знаю, секунд, он бы нафиг сгорел. Ну и что ты тут стоишь? У тебя все хорошо. Иди ищи щиток, дурик. Задача выполнена. Хорошо. Где-то тут у нас щиток, да? Что это у нас? Что там такое? Что-то там за стенкой, я не особо понимаю. Здесь есть где-то проход? Можно пройти? Не-а. Убегаем. Обходим вокруг.
Там что-то у нас еще, то ли пострадавший, то ли это там щиток находится. Не вообще понимаю. Щиток, щиток, щиток. Все, потушить все возгорания. Берем бронзбойт и понеслось. Быстрее, 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 блин. Третий, ты че стоишь? Ты бери этот самый. Погнали. Работа ждет. Давай, 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 шевелись. Я уже шланг взял. Ты где ты там вообще? Блин, тормоз. Что ты там прикроешь? А что у нас там, кухня, что ли? Может, здесь надо было кислотным работать? А вроде тухнет и так. Пошли. Заливаем, заливаем, все нафиг. Ох, сколько тут набежало. И все со шлангами. Сейчас мы на раз-два тут все зальем. По крайней мере, должны. Хотя, с другой стороны, если по логике посмотреть, они бы тут друг другу сильно мешались. Оп. Огонь справа. Залил. Залил. Лил тоже. Пошли. Что-то вроде заливаю. Гаснут какие-то значки. О. Идем дальше. Что-то где-то еще горит. Что ты в раскорячку-то ползешь? Встань, быстрее двигаться будешь. Так, надо вот в это окошко заливать. В два окошка. Куда вы лезете? Отсюда, что ли, залить не можете? А, ну да, вы же огня не боитесь. Это только я боюсь. Куда ты лезешь? Определись уже, ты внутрь или наружу. Хорошо, спасибо. Напарник, блин, хренов. Да что ты прыгаешь, как, я не знаю, ты как шарик от пинг-понга, блин, туда-сюда. Тебя кто-то по жопе ракеткой бьет, что ли? Все, я тоже залезу, чтобы он мне на нервы не действовал. Туда-сюда, в окно из окна, блин. Самый нерешительный пожарный на земле. Ну, заливаем, заливаем, заливаем все это. Хорошо. Все, проливку. Начинаем проливку. Все пролить, чтобы не затлело, не загорелось еще раз и так далее. О, дымище какое. Какой дымище, а не какое. Громоте. Ну что же, еще один пожар ликвидирован. А главное, посмотрите, машина стоит рядом во дворе. Ее даже не пытаются убрать, там ничего. Всем пофигу. Замечательно просто. Шедеврально. Людям нас орать. Новый уровень. Среднее. Быстро. Уи! Круто. Быстро потушил. Ну что, как-то вот так. Что там у нас такое? Обратная сторона фастфуда. Не понял. Мы же вроде были там уже вчера, нет? Настоящее зарево. Не понял. Почему оно синеньким обведено? Это...
Ничего не понял. Ладно, поедем, съездим, посмотрим. Это будет повторение того же или же просто другой. Я так понимаю, опять там какой-то ларек с шаурмой горит. Потому что кто-то слишком много курит, или я не знаю там. Какие могут быть еще причины? Поехали. Я один еду на вызов. Ух ты как. Но ехать мне 4900. Оказав помощь подавившемуся клиенту, для этого вызывают пожарных. Бронзбойт ему засунуть куда-нибудь и давлением вышибить из него то, чем он подавился. Я не хочу даже знать, куда ему этот бронзбойт засовывают. Но по идее этим должны медики заниматься вообще-то, а не пожарные. Медики, во-первых, приедут быстрее. Да куда? Что? Во-вторых, они лучше понимают вопрос. Путь подавления предметом. Вот так вот. Напугал? А это был маневр такой. Я даже в своей полосе удержался. Хотя которая тут моя хреново знает, я с мигалками иду все мои полосы. Имею право. Я вообще могу на встречку выехать даже. И мне будет насрать, меня не остановит гаишник. Дороги! Дороги! Дорогу! Эй! Еще как вдарюсь, сравнит кому-нибудь. Скажут потом, что я виноват. А ведь он с дороги даже не отъехал. Встречку. Давай, давай, давай. Ехай, пылесос. Вперед. У нас там сейчас вся шаурма сгорит, перегорит. Она и так дерьмо на вкус. А сгоревшая она будет вообще кошмар, поэтому ее надо быстро потушить. Спасибо за надпись, которая загородила мне все. Спасибо большое. Успел отвернуть. Вот что значит мощная реакция. Так, здесь мне куда-то на проселок, что ли, сворачивать или куда-то? А, здесь тоже асфальтированная. Давай, давай. Ну здесь я вообще на встречку явно не смогу выехать. Я вообще никуда выехать не смогу, похоже. Ну вот как тут ехать быстро? Кто мне объяснит? Как ты тут поедешь быстро? Да никак. Дорожка узкая, машина широкая. Слава богу, ни в кого не втащился. Но это пока. У меня еще есть все шансы это сделать. Полтора километра, блин! А сколько у меня времени на быстрое прибытие? Где это вообще? Шкала какая-нибудь? Где я могу это заранее посмотреть? Еще 200. Так, поворот направо. Тихо. Повезло тебе. У меня реакция хорошая. Мог бы тебе и это самое сломать чего-нибудь в твоей машине. Или в организме даже. Так, мы почти уже прибыли, я считаю. Мы на месте уже. Да, мы берем командование и вообще. Все, приехали. Ну, что там у вас?
Здесь надо углекислый сразу брать, потому что, скорее всего, горит масло. Сало. Или еще что-нибудь. Жир какой-то. Водичкой поливать это смысла нет, поэтому, наверное, надо брать углекислый. Машины горят. А, не, машины можно и водичкой заливать, почему нет? Хотя... Это круто все, замечательно. Ну что, берем огнетушитель или рукав? Я думаю, наверное, сразу берем рукав. Нет, 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 нет. Пожарный. Какой питающий? Питающий уже установлен. Трансбойд. Найти, эвакуировать кого? Так, второй. За мной. Двигайся. Эвакуируй. Давай, 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 шевелись. Забери его и вали отсюда. Третий. Бери рукав. Все, работаем. Заливаем, заливаем. Ящики какие-то горят. Не, я думал, тут именно пожар в самой фастфуднице. Тогда там должно гореть какое-нибудь масло, жир, шкварки, сало, котлеты. Это на углекислом тогда тушить надо. Там водичка не очень. А здесь какие-то машины горят, у них ящики. Что за ящики, что за машины? Ты меня облил. Уволен. Уволен. Я говорил. Я говорил, надо брать огнетушитель. А, бери рукав, рукав. Ну, понимаете. Пила, опор. Куда ты попёрся? Чудо. Каски. Так, есть огнетушитель. Сейчас захреначим все это дело. Кидрин фильм. Есть. Машинку надо эту еще затушить. Огонь распространяется. Ух. Я все этим дерьмом обольем. Я там куда-то что-то поливаю, но чего и куда, хрен его знает. Не очень понятно. Ну что, среднее, даже быстрого не дали, ах вы сволочи. А еще и выполнение среднее, да идите вы знаете куда. Вы просто идите знаете куда, вы ни хрена не понимаете. Я понимаю, вы нет. Вот. Страдавших спасено, ну что. Давайте здесь тогда смену и закончим. Парк лесных пожаров, да мы там были уже, дерево тушили, 1.5 часа. Что у нас здесь, настоящее зарево. Дым над бунгало. Так оно уже было. Дым над вашей бунгало, он уже был. А это что такое? Хот-доги. Это тоже было. Мы это уже все запотушили. Дружно. Мощно. Настоящее зарево будет следующей миссии, я так понимаю. Ну что? Поработали хорошо. Все потушили. Всех спасли. Не без косяков. Я все еще не понимаю, как работает схема тушения. Надо идти смотреть где-то, я не знаю, искать на Ютубе или еще где-то. Как вообще работает эта механика? Куда там надо лить, чтобы они, эти значки, пропадали? А то они как бы просто хрясь исчезли, вместо того, чтобы там скукожиться, а потом моргнуть и исчезнуть. То есть ты потушил этот вот участок, да? Он тушится таким макаром. Но как в них попасть, я не очень понимаю. Надо идти разбираться с этим. А в остальном мне игра все еще нравится. Выезды, кого-то вытащить, что-то потушить, это как бы разнообразие. А то все, всем лежать, вот это оно как бы
слишком однообразно. Надо что-то и для разнообразия такое вот. Но, опять же, в ту же тематику там защиты, спасения и так далее. Это тема интересная. Лично мне, да? То есть лично мне. Канал мой, значит, и тема моя. Что ж, на сегодня все. Такая вот у нас получилась смена. Всем спасибо за просмотр. Приходите еще. Подписывайтесь на канале, проставляйтесь лайками. Всем здоровья, денег и всем пока.